Соединенные Штаты уже находятся в ряду лидеров, тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелое вооружение. И чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счету, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастется.